нормальных странах пеллеты делаются из сухой древесины, из отходов, а у нас делаются из древесины парка, в частности. Я вот, в общем, да. Если вот так вот подпилены корни деревьев, вот вы видите, да, лилия, то дерево упадет туда, в сторону. Так нельзя поступать. И мы приводили сюда, и мы пьем одну воду и дышим одну воду. Поэтому мы просто рассказываем о таких экологических проблемах ваших, которых вы не знаете. А вы нам расскажете о наших проблемах, которые есть у вас. Потому что даже если вы в своей стране наведете полный 100% порядок, вы не убережетесь от того, что будете вредить другие страны. Поэтому надо действовать так, И, конечно, почему именно здесь? Здесь даже воздух совершенно трудный. Совершенно другой, в городе загазованность, в городе смог, а здесь он как бы очищается. Вот это зона тихого отдыха. Вы видите, сколько порублено деревьев. Вот, ну сейчас... Я приезжал периодически сюда, День нынешнего красивого года, который здесь мог и никому совершенно не мешал. Готово бы простоял. Оно небольшое, но мы видим, что оно было абсолютно живое. Точнее, это клен, извините, клены. Вот. А вот рядом стоят два трупа. Это паутное дерево. Посмотрите, что случилось со второй. Это живые трупы. Там происходит гниение. Мы его не видим, но оно происходит. И фактически это дерево, может быть, кажущееся кусок, может упасть тоже в любой... Здесь очень много работало итальянских специалистов. И они по тем или иным причинам уходили в жизнь и уходили в сторону. Третье кладбище, которое вот здесь, детский дом, и остались дети. Период оккупации. И вот оккупанты брали у них кровь для солдат и выкачивали ее в суд. И вот детей затем коренил человек. И это правда, что не могли долго найти. Да, здесь осторожно, это же не детская железная дорога.